Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам женские кеды немецкого бренда Каприз. Верх модели сделан из натуральной кожи теленка. Мягкая на ощупь, она эластична и прекрасно пропускает воздух. На крупнозернистой фактуре кожи будут меньше заметны заломы и мелкие царапины. Декоративная вставка на пятке модели выполнена из натуральной замши. Узор на ней получен за счет обработки на прессе. Леопардовые пятна блестят на свету. Застежкой на модели служит боковая молния. Шнурки спереди помогут сделать посадку обуви более комфортной. Благодаря этому надевать кеды будет легко и быстро женщинам с любыми особенностями стопы. Шнурки в цвет основы украшены маленькой металлической брошью, изображающей порхающую бабочку, символику бренда Каприз. Пуллер на молнии сделан из натуральной мягкой кожи. Подкладка сделана из текстиля. Мягкая и безопасная для стопы, она препятствует появлению мозолей. Она прочная и долго служит. Мягкая стелька из натуральной кожи дышит. Материал будет поддерживать комфортную температуру. Он не даст вашим ногам перегреться. Ноги будут меньше потеть. В конструкции этой пары есть карман. Так называют кожаную вставку в пяточной части подкладки. Она предотвращает истирание пятки, а благодаря своей бархатистой поверхности не дает ноге скользить во время ходьбы. Ваша стопа лучше зафиксирована. Подошва из резины будет меньше скользить. Она надежная и прочная. Резина – неприхотливый материал. Он меньше подвержен истиранию, чем натуральная кожа. Такую обувь можно носить на улице и в помещении, не беспокоясь о сохранности подошвы. Носите эту пару в стиле casual на прогулке. Берите с собой в путешествие и используйте как повседневную обувь. Кеды можно сочетать с джинсами вашей любимой формы и спортивными штанами. Пара также будет хорошо смотреться с укороченными брюками и свободным пиджаком в расслабленном casual образе. Модель представлена в двух базовых цветах – белом и черным. Наслаждайтесь комфортом вашей новой пары Каприз.